Наказание за халатность. В июне 2016-го на ребенка и беременную женщину, проходивших мимо 21-го дома по улице маршала Жаворонкова, с фасада обвалилась штукатурка. Двухлетнюю девочку с травмой спины госпитализировали. В результате расследования сотрудники надзорного ведомства нашли виновных в случившемся. Оказалось, что заместитель директора управляющей компании «Город» ненадлежащим образом выполнял должностные обязанности, поэтому фасад оказался в аварийном запущенном состоянии. Суд признал вину замдиректора управляшки и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Заместитель управляющей компании вину не признала в совершении им преступления. Ее действия были органами предварительного расследования квалифицированы по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но с учетом позиции государственного обвинителя, а также совокупности собранных по указанному уголовному делу доказательств, и вина заместителя директора управляющей компании была доказана в полном объеме.